Здравствуйте, подписчики и зрители моего канала. Задаю такой вопрос. Как создать второй канал на YouTube? И для тех, у кого еще нет созданного аккаунта Google и канала YouTube, смотрим это видео. Итак, начинаем. Запускаем браузер. В данном случае я Opera запускаю. Если есть у кого-то такая страница сразу Google, то нажимаем на нее. Если у кого нет такой закладки Google, то в поисковике прописываем Google, а не Google. Иначе мы не получим необходимую ссылку. Все, нажимаем на нее. Нажимаем «Поисковая система». Нас перекинул на такую страницу. У кого есть созданный канал, то нажимаем на аватарку левой клавиши мыши, которая находится справа вверху. И «Выйти». Страница перезагружается. Все, вышли. Теперь нажимаем на квадратики вот это. И дальше все то же самое будет происходить, у кого еще нету никакого аккаунта и канала на YouTube. Поэтому все остальное проделается одинаково. И для тех, кому необходимо создать и второй канал, и для тех, у кого еще нету его. Нажимаем на вот такие квадратики. Аккаунт. Тут создать аккаунт обязательно. Не войти, а создать. Нажимаем создать аккаунт. Прежде чем создать аккаунт Google, то необходимо на листочке все записать данные. Имя, фамилию, пароль и все то и прочее, чтобы потом не искать. У кого эта страница открылась сразу на английском языке, то нажимаем ниже на такой треугольничек и выбираем родной язык, который нам необходим. У меня как она сразу открылась на русском, поэтому все продолжаю далее. Теперь будем внимательны и независимы для тех, у кого есть уже аккаунт Google. Создаем опять же новый аккаунт Google. Почему? Потому что если мы привяжем данный аккаунт Google к той же самой почте, которая у нас есть основной, и там есть монетизация, и если вот этот канал, ну, созданный, заблокирует, то, соответственно, и будет заблокирован первоначальный созданный канал. Поэтому все делаем по раздельно. И почту прописываем, и все-все по раздельности. Поэтому все начинается как бы заново. Итак, приступаем. Пишем здесь имя. Каждый заполняет по-своему. Фамилия тоже по-своему пишет. Каждый новый созданный аккаунт привязываем к новой почте. Подсказка уже есть. И заполняем здесь пароль. Пароль сразу пишем не менее с 8 символов, иначе не пройдет. Подтвердить тот же самый пароль пишем. Если мы сомневаемся в правильности написания пароля, то нажимаем на этот глазок, и у нас здесь высветятся цифры. Тот пароль, который мы его заполнили, чтобы они были одинаковы. Нажимаем «Далее». Здесь пишем номер телефона, на который потом придет код подтверждения. А у кого вышло окошко, что к этому номеру телефона привязано несколько аккаунтов, то прописываем номер телефона другой, на который мы должны получить код подтверждения. Нажимаем «Далее». На данный номер телефона, который мы заполнили, придет код подтверждения. Прописываем здесь код подтверждения. Подтвердить. Здесь можно записать свой резервный адрес почты. В этих местах заполняем дату и месяц рождения. Заполняем все вот эти клеточки. Все это заполнили и нажимаем «Далее». Нажимаем «Пропустить». Здесь лицензионные условия. Опускаемся ниже и принимаю. Google аккаунт создан. Теперь необходимо создать канал на YouTube. Нажимаем на такой квадратик, расположенный слева от аватарки. Потом нажимаем на фирменный значок YouTube. И еще раз нажимаем «Войти». Если у вас появилось вот такое сообщение, при создании аккаунта YouTube произошла ошибка, повторите попытку позже. Тогда еще раз нажимаем «Войти» и не ждем этого времени. И как видим, показалась аватарка и написано такое сообщение. Теперь вы зарегистрированы на YouTube. И еще раз нажимаем «Войти». Видите, сколько много бывает неприятностей. Творческая студия. И здесь нажимаем «Создать канал». Нажимаем. Еще раз подтверждаем «Создать канал». Все, канал у нас создан. Но это еще не все. Теперь нажимаем «Новая творческая студия». Здесь просто это окошко закрываем. Щелкаем клавиши в любом месте. Нажимаем еще раз на аватарочку и нажимаем «Ваш канал». Теперь делаем настройку канала. Вот нажимаем «Настроить вид канала». Настраиваем вид канала. В правом верхнем углу нажимаем на такой карандашик. «Изменить оформление канала». Здесь загружаем картинку или из компьютера, ранее созданную, или из галереи. В данном случае я загружу из галереи.
Здесь предоставлен выбор. Каждый загружает то, что ему более подходит или то, что нравится. Я загружу вот это. Все загрузил. Можно кадрировать, а может так оставить, выбрать. Все сохранено. Теперь так же самое меняем и аватарку, каждый меняет свою, какую хочет. На этом все. Второй канал на YouTube был создан. До свидания.